Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина провела личный прием граждан в Звенигороде. Основные вопросы, с которыми жители обращались к парламентарию, касались спортивной сферы и благоустройства. В частности, речь шла о продвижении культуры здорового образа жизни в молодежной среде. Решение всех поступивших вопросов будет находиться на депутатском контроле.